Всем привет, это Фермер.ру. Как ни странно, мы снова в Кабардино-Балкарии. Прошло чуть больше, чем 3,5 месяца, и мы снова здесь, в гостях у Ахмеда Куашева. Ахмед, приветствую вас. Приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, как ваше хозяйство называется и чем вы здесь занимаетесь? Наше хозяйство называется ООО «Исуф». Я его назвал в честь моего отца. Он сам любитель кабардинской породы лошадей. Благодаря его мы с детства близко связаны с кабардинской породой лошадей. И в последнее время посерьезнее начали заниматься. И с 2015 года мы его зарегистрировали ООО как конезавод. Официально в госреестре. Официально у нас зарегистрировано 235 конематок племенных 235 конематок племенных кабардинской породы. А сколько всего косяков? Всего 9 косяков. Но в настоящее время мы всех сейчас не хватили. Да. Всего общее количество поголовья 380 голов. 380 голов. А сколько у вас жеребцов племенных? 9 косяков, это 9, еще какие-то запасные? Да, у нас всего 15 жеребцов-производителей. И мы каждый раз их проводим испытания. Конные переходы проводим на выносливость, конные пробеги. И по результатам мы их отборно отбираем. И как производители весной запускаем. А вот расскажите, где мы сейчас находимся? Эта земля у вас в аренде. Сколько здесь всего гектар? Эта земля сейчас в аренде. Здесь 1200 гектаров. Мы сейчас в настоящее время она у нас в аренде. А как населенный пункт называется? Населенный пункт называется селение Каменномостское. Сельского района. Ага. Ахмед, скажите, пожалуйста, много ли вас таких у вас в районе конезаводчиков, которые имеют свои племрепродукторы? Да, у нас, если по республику взять, самое большое количество у нас в районе официально зарегистрированных конезаводов. У нас 3. Угу. А так и у нас в основном за старых времен наш район и именно наше село занимался именно по выращиванию кабардинской породы лошадей. А кто вам помогает? Кто занимается всем? Кто пасет этих животных? У нас лично в хозяйстве помогает 2 сыновей у меня. Они рядом. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Олег меня зовут. Олег, а вас? Резуан. Резуан. Расскажите, что вот целыми днями пасете, находитесь, вернее, с лошадьми. Табунщики вы, правильно? Ну да. Нравится? Конечно. Прямо с детства? Ну да. А выезжаете куда-нибудь в город, в Нальчик, там еще что-нибудь? Выезжаем, конечно. Выезжаете? А кто тогда остается здесь? По очереди. По очереди. Справляетесь с таким количеством косяков? Ну да. Но это же сложно, чтобы вот они не пересеклись, чтобы кони не подрались. Что нужно делать? Ну, подальше друг от друга держать косяки. Благо, места много, да? Да. Так, а зимой как они содержатся? Рассказывайте. Зимой точно так же. Вот прямо здесь? Ну, здесь, там. Территорий много, хватает. Косячных жеребцов ловим, кобыл вместе держим. Косячных жеребцов, это те, которые имеют свои косяки, да? Да. Жеребцы-производители. Жеребцы-производители. И куда их на зиму? Они в деньке поделятся. В конюшне мы их держим и специально откармливаем их до следующего сезона. А конематки, они в основном сами себя обеспечивают. Ну, единственное, мы когда большие снега сильные, их подкармливаем сено даем, когда необходимо, комбикорм даем, а так в основном они сами себя обеспечивают.
Ахмета, давайте поговорим, кроме лошадей, что еще в хозяйстве есть? Какие животные? У нас в хозяйстве есть еще кресь, есть овцы, вот. Ну, мы сейчас к ним подъедем, посмотрим. А сколько голов крес, сколько голов овец? Овец 1250 голов, крес 370 голов. А крес какой, молочный или мясной? Там есть и молочный 50 голов, а остальное мясной. Угу. То есть основное мясо? Да. Вот я слышал, уже общавшись в Кабардино-Балкарии, мне ребята говорили, что КРС мясной кормит лошадей. То есть КРС это бизнес, а лошади это хобби. Так ли это? Да, именно так и есть, да. То есть вот, ну, деньги зарабатываются в мясном скотоводстве и тратятся на содержание коней. Да, в основном. Но нам еще государство помогает. У нас-то племенные лошади. Государство каждый год субсидирует, нам дотацию дает, и это тоже помогает нам. А большая дотация, если не секрет? Ну, дотация не очень, по сравнению с теми затратами, не очень большая, но это тоже какие-то проблемы снимает. Ну, безусловно. Просто так, когда государство уделяет внимание, это всегда приятно. Да. И очень здорово, когда хобби совпадает с работой. Я так понимаю, у вас именно так? У нас именно так. Я работал в администрации 20 лет. После этого я все оттуда ушел. Мне все равно, наверное, в крови есть, чтобы именно заняться этим, именно с лошадьми и с крупным рогатым скотом. Наш отец всю жизнь этим занимался, и мы тоже продолжаем его, то, что он нам передал. И эту хозяйство мы именно назвали в честь его ООО «Исуфа». А есть ли у вас внуки уже? Есть, у меня внуки, внучки есть. Как? У меня семеро внуков и внучек. Семеро внуков и внучек? Всех вместе, да. Всех вместе. И как они уже приобщаются к лошадям? Да, они уже приобщаются. Они сюда приезжают, с семьей приезжают, и они общаются со всеми животными. То есть нормально. Есть, да, кому передавать из рук в руки? Слава Богу, есть. Отлично. Пожелаем вам удачи, чтобы ваша семья и ваши сыновья и внуки вас всегда поддерживала. Очень приятно видеть таких людей, у которых глаза горят, когда они разговаривают о своих любимых животных. Пусть удача всегда сопровождает ваше хозяйство, и всегда пусть будет хорошо все. Спасибо вам тоже, большое спасибо за то, что соизволили вот с такой дали приехать и посмотреть наше хозяйство, изучить все. Спасибо вам большое.